Эльграф, отойди от нее! Эльграф, не подходи к ней! Она не только перебросила нас всех на неделю вперед, она и удалила из этого времени Игоря! А что бывает с теми, кто распыляет на атомы темного мага? К нему переходит его темная сила! Соня, что ты наделала? Ты теперь наполовину агент ФСВ, наполовину волшебник! Соня, ты слышишь? У нас проблемы! Да слышу, я слышу! Только это не у нас проблемы, а у тебя! Но все же мне кажется, что Зюзик не может быть темным магом. А зелье доброты ему в карман подсунул магистр Вася Пупкин. Ага. Ну ладно, включаем поле маскировки. Нельзя, чтобы нас заметили. Капец. Никогда не думал, что нам нужно будет превращаться в сопливых девчонок. Андрей, а почему ты в лагерь не ходил 2 недели целых? Все дело в перфекцион кула. Черт! В переводе с латыни на русский – легкая простуда. Никаких прогулок, кровать, горячая кружка чая и компьютерные игры. Ва! Звучит как неплохой отдых. Ну, если уколы и походы к врачу считать по процедурами, то да. А что у вас интересного в это время было? Ну, в городском пруду искупались. Тортик покушали. Ну, да. Блин, круто. Вот все-таки Зюзик хороший вожатый, да? Хороший, да. Только на тортике у него аллергия. Кусочек съел и сразу вырубился. Но теперь, как сказал Эльдмар Дурович, недельку дома будет сидеть. И что, мы теперь сами по себе? Как же так? Не, ну на нового вожатого пообещали. Вот, ждем, сидим. Пока. Можем во что-нибудь поиграть. Класс! Ага, недельку дома посижу. Все-таки аллергия на молочные продукты – хорошая отмазка. Осталось понять, кто из них мне подмешал антимагическую сыворотку в тортик. Но сейчас мы добавим изюминки в эту игру. Эй, ты чё, кукуха поехавший, грохнуть меня захотел? Да я это не знаю, как-то само получилось, но извини. Фух, ну всё, ребят, погнали, по мороженке съедим. Ну, по морожке, так по морожке. Сейчас вы отведаете мороженка. А, все-таки отомстить решила? Я ведь сказал, кто толкнул тебя нечаянно. Ну я... Пошли, Андрюх, пусть сами разбираются, что у них получается случайно, а что нет. Блин, как-то некрасиво получилось. Пойдем за ними. Пойдем. Ну это уже совсем беспредел! Вы чё шишками кидаетесь? Больно же! Да у них вместо мозгов шишки! Вот и кидаются! Ладно, работает идеально! Ой, малыши расплакались! Никто вас шишки не кидал! Нытики! Ага! В суде это расскажешь!
А я сразу же понял, что вы нас с Артемом ненавидите, ведьмы. Что ты сказал? Очкарик! Только ты больше всех боялся, когда на нас гопник напал. Дяденька, не бейте нас, заберите все! Так, ну это вообще черту переходит. Вы вообще сдурели. А еще я видел, что вы Зюзику что-то в торт сыпали. Небось, яд какой-нибудь. Молчи лучше, ты вообще ничего не понимаешь. Ну все, попались, ФСВшницы. Это вы ничего не понимаете. Я к директору. Пойдем, я с тобой. Так, граф, действуем решительно. Доставай стиратель памяти, а я генератор полей. Эй, пацаны, идите сюда. Чего вам надо? Мальчики, посмотрите сюда. Ну что, ФСБшники, доигрались? Теперь ваш генератор полей у меня. Тут у нас перемотка времени, да? Ха, ничего у вас не получится. Зюзик опять вас перехитрил, потому что кто вы? Малолетки. Тупые малолетки всего лишь. Эльграф, перематывай время. Что? Как? Федеральная служба времени, темный маг Артем Зюзикович приговаривается к немедленному распылению на атомы. Скажешь что-нибудь на прощание? I'll be back. Oh!